остается только одно – молиться и верить Богу. Вот это то время, когда ты, наверное, ближе всего подходишь к пониманию Бога. Это вера в абсолютный результат. Вера в Творца и вера в Его абсолютный результат. Потому что по-другому не может быть. У меня страхов нет. Есть волнение. Сильные. Я плакала вчера. Весь вечер. Тобе надо определять. Я не могу я с собой готовить. То есть все это очень просто. Собаку я не могу. Сейчас будут упакованы все дома. В том числе, ну, у кого есть возможность, кровать все будет закрываться, там железная, такая система. Мы все покинем наше райское место. Когда мы вернемся, мы не знаем, что мы увидим.